Я считаю, что как девочкам не следует. И вообще, это аморально и грязно и подло! Согласен! Плюс 4 сантиметра! Девочкам срать запрещено! Вот это поворот! Эй, вы чё лайки завозите? Мне ещё реально надо будет тест на размер писюна проходить? Вы в своем уме, ребят? Ну это серьезно, это уже серьезная заявочка. Это уже серьезная заявочка! Подождите, а ну-ка мне интересно. Тест на размер писоса. Реально есть! Тест на размер члена. Измерь длину. Посмотрим размер. Да иди в жопу! Тест на длину. Ну ладно, давайте проверим. Давайте проверим. Там же вряд ли соврут мне, правильно? Тест на длину писюна. Давайте, начать тест. Да иди нахрен! Нет, это вообще даунизм! Отключить все уведомления, нахрен! Сука! Ненавижу Касперского, я удалю нахрен, просто конченая программа. Все, я тут. Проходим! Так, проходим. У тебя яйца ночью катаются? Куда они, блядь, катаются, яйца мои? Что за вопросы? У тебя яйца ночью катаются? Куда они катаются? Ладно, давайте нажмем нет. Что? Куда? Сантиметр отдай! Вы с большой или с маленькой буквы пишете вы? С маленькой, конечно. Опа! Огромный, здоровый! Вам нравится русская поэзия Серебряного века? Нравится. Что? Вы что, охренели? Русскую поэзию засирать? Почему 17 сантиметров, алё? Куда вниз уменьшается? Писюн вниз уменьшается, алё? Маленький член. Маленький член. Вы студент? Да, я студент. Камон! Что? За что? Алё! Обратно! У меня 16 сантиметров уже! Вы чё, охренели? Какое холодное оружие вам нравится больше всего? Огромные, брутальные, двуручные мечи. Главное, чтобы длинная деревка. Главное, чтобы была длинная деревка. А какая разница, длинная деревка? Что за бред? Предпочитаю короткое клинковое. Не, это для ДТП интертейментов. Лучше топора ничего не было, не будет. О! Огнестрел лучше! Что? 3 сантиметра, верните! Что это? Куда? Какие 13? Какие 13? Лох! Маленький че? Как вот здесь шуткам про члены. Нейтрально. О. Фух, вернули сантиметрик родной. А вы тоже здесь считаете, что шансон музыка для быдла? Не согласен, нормально. О! Здоровый! Вы школьник? Нет, я закончил школу. О! 16 обратно! Сюда сантиметр. На философском факультете вы познакомились с умной и красивой девушкой. Парнем. Каким парнем? Девушкой. С которой у вас завязалось тесное отношение. Однажды после... Она спросила, писюн это субстанция? Что за тест? Член это субстанция или оксиденция? Что вы ответите? Короче, нажмем это. О, нормально! Просто на шару. Я также тест на ЕГЭ проходил. Так, а вы находите по-настоящему смешные шутки про Петросяна. Блин, слушайте, ну нет, они не смешные. Что? Алло, да реально не смешные. Верните 2 сантиметра обратно. 2 сантиметра верните. Куда? Вы находите чей-то бумажник, в котором обнаруживаете документы на имя красивой девушки. Опа, чё, фотография на документе волнует вас? В бумажнике вы находите сумму денег чуть больше месячной зарплаты. Как поступите? Не, ну вообще, найду владельца и верну все деньги. О, плюс 3 сантиметра. Вот такой здоровый. Что есть диалекта по отношению к логике? Пошел в жопу. О, здорово. Вы хоть раз читали? Нет. Куда? Тян не нужны. Что такое тян? Нужны. О! Прогуливаюсь ночью мрачными переулками. Вы случайно наткнулись на 7 вооруженных ножами. Ё-моё, пистолетами, бородатых кавказцев. Насилующих молодую девушку. Ваши действия. Попытаюсь хитростью отвлечь их внимание. Ля, ну 7 кавказцев. Ну 7 челов. А что я могу сделать? Ну по факту я не знаю, что бы я сделал. Куда? Сантиметр. У вас есть ли собственный дом? Пока нету. Куда? Сантиметр. Как вы относитесь к очкам? Бодибилдерам. Нормально. Отношусь. О, подписан на паблик. Не подписан. Не подписан и не собираюсь. Сантиметр за то, что не подписан! Вы что? А вы тоже считаете зеленый слоник перед снённым говном
недостоин даже, чтобы его смотрели. Я не смотрел зеленый слоник. Отдай сантиметр мой! Любите вы аниме? Я нейтрально отношусь к аниме. Что значит люблю, не люблю? Ладно, хорошо. Давайте так, смотрите. Наруто. Наруто, по факту это аниме. Мне нравится Наруто. Наруто это охрененное аниме. Ну ладно, давайте нажмем я люблю аниме, окей. Не, ну я ж по факту только Наруто смотрю. Но если я нажму я не люблю аниме, то я наплюю на Наруто. Ладно, давайте нажмем я люблю аниме. Сколько? 11 сантиметров! Вы что, хуй? 5 сантиметров! Куда? 5 сантиметров убрали! Куда? Чем Штирлиц отличается от Путина? Что за тупые вопросы, реально? 110! Куда? Это вранье! Это вранье и провокация! Реально! В два раза больше! Носите дрявые носки. Так, целых носков отродясь не было. При первых дырках выбрасываю. Ну, по факту. Одеваю дрявый носок на другой носок. Дырки перекрывают друг друга и выглядит идеально. О, не, при первых дырках выбрасываю. Что? 8 сантиметров! Я так в минус выйду нахрен! Вас никто не любил. Внезапно вас влюбляется девушка красивая, блядь. Ваши действия. Ну что это за хрень? Блядь, что за кол? Я не знаю, что бы я сделал. Еще сантиметр! Вы смотрите футбол. Смотрю только евро и чемпионаты, да. Что вы предпочитаете? Страх перед виной или страх перед судьбой? Страх перед судьбой. Да! Дай сантиметр, мраз! Сантиметр верни! Как вы считаете, это нормально, что девочки какают? Да, это абсолютно нормально, что они какают. Какое нормально? В этом есть что-то странное и запрещенное, согласен. Зачем они вообще такие красивые, когда имеют такую пару? Конечно! Я считаю, что как и девочкам не следует. И вообще, это аморально и грязно и подло! Согласен! Плюс 4 сантиметра! Девочкам срать запрещено! Ваш любимый боксер тяжеловес. О, Майк Тайсон. Ой, я нажал нечаянно. О, плюс сантиметр, нормально. Вы любите детей? Ну, пацаны, я же вас люблю, дети вы мои, конечно, люблю. О, плюс сантиметр. Почему Варис из Игры Престолов называют мастера над шептунами? Он будет выпускать шептунов. Он мастер шептать фигню на ухо. Не, я смотрел. Ему нашепчут полезную информацию. Ему нравятся молодые люди. Не, ему нашепчут полезную информацию. Какие 6 сантиметров? Вы что, адекватны? Как лучше всего знакомиться с девушкой? Сделать первый шаг и ждать шага навстречу. Если она не отвечает, сделать еще. Сделать первый шаг, если начинает только... О! Согласен. Что? 5 сантиметров? Алло! Какой маленький? Вы что, охренели? Что это за такое? Как называют черепашку ниндзя с голубой повязкой? Леонардо с голубой был. О, плюс 2 сантиметра. Играйте в CSGO или Dota? Ну, играл, конечно. 4! Вам нравится сало? Нет. 3! 3 сантиметра! Я дошел до уровня моего братика! Три сэмы! Фэнтези нравится, нравится! 2! Куда? Не кажется ли вам, что норманская теория, возможно, была создана... Чего? Что такое норманская теория? Что? Что за рисунок? Какие нахрен 0 сантиметров? Что это такое? Что это? Не, мы сейчас поднимем обратно, писюну обратно вверх поднимем. У вас есть лучший друг, за которого вы готовы умереть. Вы любите друг друга по-дружески. Мне это уже не нравится. Но никому из вас не везет в отношениях с противоположным полом. Представьте, что, что является вам Господь и говорит, одного из вас он может сделать женщиной, согласились бы вы? Фу! Что за бред? Пожалуй, я бы стал женщиной. Нет. Да, согласился бы, если бы женщиной был бы он. Нет, не согласился бы, я подумал, если бы каждый месяц менялись. С одной стороны, нет, столько пору. Ну нахрен. О, сантиметр. Вы служили в армии, нет. 2 сантиметра, да! Я никогда так не радовался. Ваша любимая часть игры Fallout. Не играл Fallout. Опять один! Верните мои сантиметры! Какой из представленных напитков вам больше всего нравится? Водка нет, пива нет, коньяк нет, пиво. Кого нахуй? Минус 1 сантиметр! Что? Минус 1 сантиметр члена? Комментарий! Это? Вы чё? Какие нахрен? Минус... 1 сантиметр! Какие нахрен минус 1 сантиметр? Вы что, вообще с ума посходили?